метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – строительный инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест», один из крупнейших застройщиков области. 15 мая, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 7 градусов выше ноля, днем плюс 12. Ясно, днем облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. В пятницу звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. А вот к деловой активности день не располагает. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. На этом у меня все. Желаю удачного и активного дня! «Аквилон Инвест» – один из крупнейших застройщиков Архангельской области. Представляет пятиэтажный жилой комплекс повышенной комфортности «Пионер» на пересечении улиц Торцева и Пионерской. Стены из кирпича, теплая керамика, благоустроенный двор, лифт, планировки по концепции «Разумные метры», первоначальный взнос от 10% и беспроцентная рассрочка платежа. Спешите! Квартиры от 1 миллиона 665 тысяч рублей. Подробности в офисе компании по телефону 52 400. Проектная декларация на сайте aquilon-invest.ru.